Всем привет! Добро пожаловать во влог на пару. Сейчас мы приступаем к нашему последнему завтраку. Во-первых, мы нырнули, вынырнули. Да. Как и каждое утро почти. А вот. И приступаем к нашему последнему завтраку. Тут здесь такой бордель. Да, здесь то, что надо доедать, а не то, что вот все, что мы хотим съесть. Здесь у нас папайя, маслины, конфитюр, хрумкалки, масло, еще сыр, гвакамоле, хумус, еще сыр. Это у нас осталось тоже флан из яичный флан и сок ананасовый и свежевыжатый апельсиновый. Ваше здоровье. Приятного аппетита. Как вы слышали, у меня аллергия была, но вот это было вот на это средство, потому что это кларин, оно с отдушкой, масло и еще с проявляющимся загаром. В общем, у меня вот на эту штуку была аллергия очень сильная. Я как только перестала пользоваться, у меня потише стало. Все, мы выселились из номера. Мы сдались. Никто ничего не проверяет. Нам подняли багаж. Мы его оставили в комнате. Я забыла в этой сейфовой комнате очки, поэтому я без очков, но в шляпе. Вот. А мама шляпу, какая вообще предательница, оставила шляпу в номере. А зато я с нее срезала эти пуговки. Зачем? Они красивые такие. Ах ты, какая. Вот. Теперь мы идем, у нас мало шмоток, поэтому мы идем в итальянский там магазинчик, в котором мы вот все те сарафанчики купили. Думаю, может быть, там еще что-нибудь есть. У нас есть пара часов. Да, мы будем гулять. Я не думаю, что я теперь успею снять вам отель, но, может быть, чуть-чуть. Если успею, то сегодня мы вставим его. Мы, как самые настоящие скутерные наркоманы, взяли все-таки еще раз скутер. На 2 часа. Ну, через, я думаю, 1,5 часа. Кстати, да, я взяла очки, сбегала, потому что нам привезли флешку с нашим видео с вертолета. Мы увидели, я побежала и захватила очки. И что я должна еще сказать? Вот мы сидим сейчас. Мы сидим. На прекрасном. На прекрасном побережье. Прям уже ближе нету. Вот это побережье, которое идет от Коста-Адехи до Лос-Америкас, оно все, на нем нельзя плавать, на этом побережье. Ну, можно, конечно, если захотите. Люди плавают, да, конечно, но оно все вот такое каменистое, скалистое. Там все равно такие камни, ну, хоть более-менее что-то на пляж похоже. Но все вот такое скалистое, каменистое. Ну, тоже очень прикольно. А дальше там уже идет облагороженный пляж. Лос Кристианос, и там в Дюке тоже облагороженный пляж. Ну, если кто-нибудь поедет.
нету. Да. Ну, мы опять купили комфортные места. Это вообще замечательно. Аттракцион замечательный. Сложно, потому что, ну, вообще, конечно, аэрофлот рулит. Во-первых, отдельная душевая зона, да, да, для пассажиров аэрофлота. И там были девушки, которые на русском языке помогали нам общаться. Такого роскоши нет. Испанцы, нет, может быть, не за аэрофлотом первый раз. Нет, я имею в виду на других. Ну, конечно, они какие-нибудь помогали. Все, конечно, регистраторы были испанцы, испаноязычные. Ну, нам помогли объяснить, какие нам места нужно, если так будет. Я уже одела пульс, да? Мне это еще раз самое делать. И мы немножко перекусили, потому что мы были 9 часов утра. А сейчас 20 минут. 9-го? Ты что? 28-го. А, 28-го. Ну, по местному времени, почти 12 часов назад, да? Вот, мы немножко перекусили. Вкусно, мы так любим, когда они сидят, и так вижу, мама заканчивается. Вкусная, да, закончилась. Дамы и господа, наш экипаж приветствует вас на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» российские авиалинии, участника Международного альянса SkyTeam. Обращаем ваше внимание, что по правилам безопасности полета ручная кладь должна быть размещена на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Будьте осторожны, открывая багажник. Все, я меняю один кейсик для отдыха на кейсик для Москвы. Все, да. Мы вернулись домой. Аня стойку такую сделала. Мы вернулись в Москву. Уже, конечно же, паспортный контроль прошли, кучу всего сделали. Завтра мама вам. А вот и Бася. Расскажет. А вот и Бася. Да, девчонки нас ждали. Маленькие. Вон там еще один девчонка валяется. Вот. Ну, влог получился, ну, получилось два влога в один день, потому что сначала мы бегали, как совраски, пытались получить последние впечатления. Потом мы приехали, и оказалось, что там, ну, на самом деле у нас много, конечно, багажа было, но, в общем, это были проблемы сначала зайти на... Не, ну, самая большая проблема была в том, чтобы вот эти... более комфортные места купить. Да. И слава богу, что были там девушки русскоязычные из Аэрофлота. Потому что иностранки ничего не понимали, да. Эти испанки. И мы познакомились с такой замечательной парой из Питера. Такие ребята с ребенком. Вообще просто так время хорошо провели. Рома, этот мальчик, говорит: а я везу камушки и ракушки бабушки. Родители ругаются. Там такие булыжники. А он везет камушки и ракушки. Бабушки. А лопаточку старую, новую, выбросили, а старую взяли. И еще там куча всяких машин. Ну, да, он милый. Ой, а что такое на моем лице? Такое что-то... Тень, я думаю. На твоем лице тень. Да. А еще у нас был самолет недоукомплектованный. Было очень много свободных мест. Представляете? И он задержался. Завтра. В общем, куча всего произошло, и я просто не успела ничего выгрузить. И нам сказали выключить эти телефоны. Потом мы перепутали ворота, да. Входы, бегали по терминалы. Всему аэропорту. В общем, было много всего. Мы пошли первый, нам оказалось нужно в 31-й. Потому что на билете написано терминал 1, а потом написали 31-й, ну, на это, на табло. В общем, это были всяческие приключения. Мы со всякими сумками, авоськами, чемоданками бегаем туда-сюда. Ой, а когда мы приехали, конечно же, мы были такие уставшие, что я не... Меня, конечно, сильно поразила духота. Во-первых, нам в самолете сказали, что в Москве 17, это было в половине 6 утра, мы приземлились. Нет, в половине... половине 7. 5. Ой, половине пятого. Половине пятого. Полшестого мы уже выехали, и в 6 были дома. И вышли мы, я говорю, что-то вообще 17 градусами не пахнет. Ну, на самом деле, оказалось 23. Душа. Но вот 23 и духота. А на Тенерифе 25
И уже прохладно. И уже прохладно. Да. Ну, вот это, конечно, да, очень сильно поразило. Потому что обычно мы на отдых ездим в августе, и когда возвращаемся, все-таки более-менее прохладно в Москве. Ну, такой ветерок. А сейчас просто очень душно, очень большая разница такая получилась. Но мы пойдем наконец-то сегодня кушать. Ну, пойдем, в смысле... Не готовимся. Мы взяли... А, ну это уже в завтрашнем влоге. Нет, ты что-то не то говоришь. Кушать мы будем это уже завтра. Давай заканчивай. Ну, я говорю, да, это уже все в завтрашнем влоге, потому что это просто окончание вчерашнего получается. В общем, не путайтесь, я уже сама запуталась. Я не помню, нужен ли вопрос или не нужен. Нужен, если нужен. До нет. Четвертого, по-моему. До четвертого? Говорила, да. Или до третьего? Давай, делай вопрос. Делай вопрос. Напишите, пожалуйста, мой любимый фильм. И какой же у тебя любимый фильм? Фильм и сериал. Вот. Все. Ничего себе. Фильм и сериал мой любимый. Напишите, пожалуйста. Я даже не знаю. А мы вас обнимаем крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. Спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.